Ну, процентов на 70 мы знаем, где будут смеяться, а остальное, то есть импровизация и бывает, знаете, как неожиданно. То есть не ставишь на шутку, то есть просто думаешь, проходная, то есть фраза такая, потом ба-а-а, зал смеется, и думаешь, ничего себе. Вообще написал Шекспир изначально. Мы просто взяли ее за основу, но выдумывали там всяких песен, которые Шекспир бы не смог выдумать в свое время. И вот так вот она родилась, то есть в тесном сотрудничестве с самим Уильямом. А, Гамлет, потому что это самая легкая вещь. Мы сначала думали Винни-Пуха поставить, потом думаем, а что Винни-Пух, сильная такая, она нагруженная вещь. Гамлет там пим, и все, она легкая очень. Это произведение написано не зря. Это вот Шекспир такой, ну, человек, он не зря все это делал, потому он стал классиком потом. Свердловский зритель, я как человек, который думает много, хочу вам сказать, читайте Гамлета, читайте Шекспира.